Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День 5, и забираем с тобой 10 тысяч монет плюс 5 кристаллов. Так, что это? Я думал, сундук будет опупенным, а он дал нам всего лишь 5500 монет, 11 самоцветов. Дали форсаж на гоночную тачку, так, колесный ускоритель, ну и, в общем, зимние шины. Превосходно! Ну что, у нас начался новый сезон, друзья мои. Мы перешли в новый дивизион. Ё-моё, 602 103 кристалла. Обалдеть! Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, друзья мои, что у нас тут? Монетки. Ага, все, випка закончилась. Теперь будь добр, покупай. Но купить, как мы знаем, не можем. Мы не можем, ребят, себе здесь позволить что-то улучшать. Поэтому придется вот как есть, так и есть. Больше ты тут ничего не сделаешь. Результаты? Интересно, мы что тут? Да, мы выиграли, друзья мои. Мы выиграли, и вот мы сундук получили. Так, новая краска. Что у нас тут? Форсаж, арматура и стартовый ускоритель. Здесь управление в воздухе, плюс колесный ускоритель и еще 10 тысяч монет, также 500 деталей. Так, и последний сундук, готика ботинки. Так, на ККМ-ку вышла защитная арматура, стартовый ускоритель. В общем, нормально, друзья мои, нормально. Вступить. Осталось времени до вступления. Да, мы вступили, друзья, все отлично. Так, ну что, у нас новый сезон, друзья мои, и нам надо двигаться. Ой, а випку точно нельзя, да, приобрести? По-моему, нельзя, друзья. Насколько я помню, все, что раньше можно было делать, покупки в Google Play, отменены. Ну и фиг с ним. Ну что, поехали. Мистический кубок у нас, друзья. Мистический кубок. Давай-ка мы, наверное, с тобой поменяем видосик. Я имею в виду видосик в плане вид нашего персонажа. Такая машинка. Она у нас, кстати, не куплена. У нас много чего не куплено, и я как бы, в принципе, хотел бы, наверное, приобрести. Возьмем с тобой, суперкар? Или не будем? Кстати, мы же с тобой не докачали этот. Где он у нас? Слушай, а почему? Мне кажется, что вот этот вот спортивный автомобиль будет лучше, чем багги. Если я не прав, ребят, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Мне почему-то кажется, что спортивный автомобиль будет лучше. Так, багги для песка, мощность 106. Ну, то есть мы можем с тобой поставить на нее дополнительные детали. Так, ладно, прокачаем багги. Посмотрим, что он на себя будет представлять. Хотя, мне кажется, спорткар даже будет лучше. Не рискну утверждать на 100%, но это просто как бы мое видение, да, мое предположение, так скажем. Ты посмотри, как у нас улетают моментально, друзья мои, бабосики. Просто чу-чу-чу-чу-чу, и все. Вроде было 600 тысяч, думаешь, ёк-макарюк, как это много. А на самом деле пшик. Просто маленький пшик. Ладно, такс. Вот ты представь, сколько бы я прокачивал это багги. Вот так вот, если бы мы с тобой в день бы получали бы даже по 100 тысяч. Просто представь. Полгода у меня бы ушло бы на прокачку. Да. Ну что, тут остается немножко, ребята. Здесь один левел поднять, и здесь еще 10 уровней. Так, ну что, я готов ехать дальше. Погнали. Мистический кубок, да-да. Зато, друзья мои, теперь никаких донатов. Все по чесноку. Так. Давай. Ух. Зачем ты? Ой, Рэй, ну ты даешь. Не надо было мне притормаживать. Надо было все-таки ехать до последнего. И я думаю, все было бы у нас нормально. Все бы получилось. Я к этому клоню. Так, сзади меня еще одна ролейка, оказывается, едет. Кто тут первым, интересно, будет, я или он? Конечно, я. Конечно же, я.
Так, ну что, третья гонка. Нам нужно с тобой занимать первые места, если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно. Так, тихо, черепаха это. Да-да-да, именно эта черепаха, друзья мои, об которую все время врезались мы раньше и фейлились. А вот тут я уже сам виноват. Тут я тупанул. И по итогу это же надо было перед финишем так лопухнуться, ё-моё. Подскочил, называется, из воды. Да лучше бы я тихоходом там выехал. Я вот к чему говорю. Видишь, кто-то там рискнул перепрыгнуть. Так, Блэк. Эй, Блэк врезался. Так, главное не радоваться. Радоваться будем потом, когда займем первое место. Вот, совсем другое дело. Но по итогу все равно, друзья, я получаюсь вторым. Даже третьим. Друзья, далеко пойдем таким макаром. Так. Ничего себе тут. Давай поедем вот сюда, вот внизу. Лучше в низинке, ребят, проехаться. Смотрите, 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 баги там. Что вытворяет, а? Хотел меня обогнать. Но не тут-то было. Мы все-таки здесь снова первые. Болотистый кубок. Собственной персоны. Куда я там приземлюсь-то сейчас? Не хочу я... О, нормально. Нифига тут. Выехало чудо лесное. Захотел что, да? Захотел первым местом полакомиться. Да вот шиш тебе. Будешь там пыль глотать с моей выхлопной трубы. Зачем ты кривляешься, а? Ха-ха, нормально. Попали мы удачно, тебе скажу. Упс. Слушай, по-моему, первое место. Как тебе так, не кажется? Я же был чуть не очканул, ребят, думал, что сейчас перевернемся. Нет, все хорошо. Первое место. Блин, первое место, да? Слушай, а тут точно нельзя этот сделать, как он называется-то? Скажи, я скажу. Да нет, конечно, нельзя, ребят. Оплачивать Google Play, все. Я показывал уже в Юрском парке, что там... Абсолютно не работает магазин Google Play, поэтому здесь то же самое. Такс, окей, двигаемся дальше. Так, баги, отвалите от меня, а, все. Слушай, что-то тут вообще какая-то короткая была трасса, но мы взяли первое место, отлично. Блин, старт-то не идеальный, не шиша был. Давай, не надо каждую там кочку считать. Просто опа. И первое место. Идеально проехали, если честно. Да, теперь сундучки-то не пооткрываешь на изи, как мы это делали. Теперь приходится выжидать время. Ох, ничего себе там баги. Шибушнуло, ты посмотри. А почему, блин, куда-то врезался и потерял в скорости, друзья? Ну-ка, 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 ну-ка. Твою налево, думал, сейчас там застрям бьет. Нет, все у нас тут получилось замечательно. Первая гонка за нами, так что гоним дальше. Пока все хорошо, слава богу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай, проезжай, пролетай все это. Вообще найсово, ты посмотри. Хе-хе. Изумительно, я бы сказал, мы даже мы проехали. Так, ну что, ребят. Последняя гоночка у нас.
А с одной стороны, хорошо. Тихо. Ладно, фикси. Замешкался, думал, что сделать, запрыгнуть или так проехать. И все-таки проехал просто. Опа-на, ты посмотри. Вертушка сзади едет. Ну, она нас не догонит. Ну что, друзья мои, 9 очков, первое место. И мы двигаемся дальше. Так, сундук у нас готов. Так, амортизаторы у нас здесь. Стартовый ускоритель. Фьюх. Ну что, поехали. Теперь не придется, ребята, нам открывать кубки. Точнее, не кубки, а сундуки через каждую гонку. Теперь придется выжидать. О, тут лихач. Так, лихач, ролика и я. Тоже на ролике. Как бы мы соревнуемся, да, получается? Но, к сожалению, я почему-то здесь сфейлился. Я не знаю, почему. У него что там? Да ничего, в принципе, такого и нету. Чтобы дало бы ему передо мной преимущество. Если только, может быть, старт был паршивенький. Я пошел понизу, может быть, зря, конечно, может быть, а может быть, не зря. Сейчас посмотрим, как мне это все аукнется. Аукнулось просто замечательно, что я получил первое место здесь, в этой гонке, да, здесь и сейчас на ваших глазах все это было. Ребят, не раскисаем, не раскисаем, я понимаю, сейчас все это тяжело. Но ты видел, как все получилось? А чувак, ну, скорее не видел, влетел и... Все-таки у меня здесь получилось круче. Я круче зашел вниз, ребята. Круче приземлился, еще при этом дал немножко ускорения. Так что пускай глотает пыль. Ну, а мы с тобой едем дальше. Сегодня, наверное, вот до сюда дойдем. А может быть, 3000 кубков получим. Посмотрим, ребят, как пойдет. Вроде идет все пока замечательно. Ого. А чувачок-то не шутит. Наяривать-то будь здоров. Но, тем не менее, я все равно здесь первый, да, получается? Пока еду первым. Здесь и сейчас. Да? Да. Там уже чьи-то шеи захрустели. Так, ну что, погнали дальше. Глотайте пыль. Рейчик едет. Обожаю, когда приземляешься на два колеса с этим маленьким бустом. Виктори, понял? Вот и все. Так, окей. Трасса Била. Угу. Ну что, друзья мои, трасса Била, так трасса Била. Главное, чтобы не убила. Стив. Стив хотел нас обогнать, как я понимаю. Мини-бустик. Еще попробуем взять. Отлично. И еще попробуем взять. Вот, ребята, вам и итог. Итог — первое место. Так, а кто у нас там? Стив. Кто еще там у нас? Хомс. Хомбак какой-то. Хомбак. Кто такой Хомбак? Что за Хомбак? Плохо приземлился, ребята. Можно было... Ох, ё, зачем мне ускорение-то здесь? Здесь-то оно как раз бы и не нужно было. Чуть было не потеряли голову. Благо обошлось все. И первое место. Так, друзья, последняя гоночка. Поехали. Давай, родной, выжимай из себя все соки, которые у тебя там есть. Красава. Блин, как же мне нравится наша раллийная, ребята, тачка, которую мы прокачали, вообще замечательная. Которая нам дает столько побед и эмоций на этих трассах. Да. Так, ну что, забираем с собой 30 деталей. Естественно, самые-самые начальные детальки. И это магнит. Тем более на моноколесо. Ну что, следующая награда, как ты видишь, у нас будет 2000 монет. Я тебе скажу, что это прям супер награда, но выбирать нам не приходится. Ох ты, ох ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ч
Чё там такое? Кто там бустится? Не понял я. Слышал там такой звук. А, это... Это летун. Это, оказывается, звук такой создают вот эти вот турбины, я так понял, да? Блин, мне тут главное не перевернуться. Он думает, что это, что это ему поможет перелететь, что ли, все. А этот еще и с нитро едет. Ага. Так, ребят, ну теперь тут пещерки. Да что ж такое-то? Тут надо было сбросить скорость-то. А, ладно, фиксим. Есть. Отлично. Крыши нет, но вы держитесь. Все, ребята, первое место. Так, кубок шахты. Ну, здесь будет, конечно, посложнее. Кубок шахты. Опять же, еще зависит, кто у меня в оппонентах. Тут я... Что-то я смотрю, супер дизелек здесь очень часто стал, ребят, выступать. Так, зачем ты так, Рэйчик, подпрыгиваешь? Слишком круто, парень, слишком круто. По-моему, чувак разбился, да? Да и я там мог, честно говоря, оказаться. Если бы не чудо из чудес. В общем, здесь проехал все круто. Так, давай, 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 давай. Идеальный старт. Ну, ККМ-ка могла бы нас, наверное, обогнать, мне все-таки кажется. Если бы она не перевернулась или что там с ней произошло. Так, стоп. Слушай, по-моему, здесь немножко другие трассы. Или мне кажется, уже поменяли вроде бы, да? Поменяли, точно. Это слишком новое, ребят, такого не было. Я обожаю, когда на каждом сезоне, на новом, меняются трассы. Потому что за прошлый сезон я практически изучил абсолютно все трассы. А тут все-таки новые трассы, поэтому... Ух, поэтому интересно. Ну вот это уже что-то... Это уже что-то знакомое, это уже было у нас. Есть, и тут я тоже первый. С папой не поспоришь. Грязные ралли. Ну давай посмотрим, насколько это ралли грязные. Так, я вижу там раллика, да? Сзади меня там подгазовывает. Опа, мотоциклист уже высосался откуда-то. Так, ну ему не видать первого места. Хотя он там на ускорении, там что-то пукан свой рвет, короче, одним словом. И все, как говорится, в холостую. Для меня пока здесь конкурент, это, мне кажется, все-таки ралли. Хотя мотоцикл, смотри-ка, там тоже что-то подпшикивает. Смотри. А как он так, интересно, сейчас первое место взял? Я не понял. Это что, ребят, за хлыщ, который взял первое место на какой-то драндулете? А, у него там ускоритель прыжков. Вот что у него там стоит, оказывается. Ускоритель прыжков. Это, ребята, если он делает вертушку, то она его, ну, бустит, одним словом, скажем так. Ну, здесь, видишь, никакой буст ему не помог. Он вообще где-то там позади. По-моему, даже там накрылся. Причем медным тазом. Давай, 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 давай. Идеально. Во-во-во-во. Видел, что он делает? Видишь, что он делает, ребят? Вот на этих вот прыжках он ускоряется. Но мне кажется, он все равно, ребята, где-то там обноски носит, да? Да, он носит обноски. Он где-то там сзади. Так, ну что, а мы с тобой едем на горе смерти. Опа. Опа, полетел, полетел, друзья мои. Ну, здесь, да, здесь вот это вот. Фига себе, ты видел? Ты сейчас видел, что он сделал? Я вообще последний приехал. А как чувак там поехал на таком ускорении? Что он там принял?
Давай ты заезжай, господи, как... Я не знаю, едешь. Ну. Там вороны какие-то дохлые падают. Хорошо, у него сейчас сработало ускорение, да? Прям в горочку въехал. Вот как надо ехать. Идеально. Как папа. Проехал все просто круто. Но расслабляться, сам понимаешь, еще пока рано. Он опять со своей этой летулькой. По-моему, ему летулька это не поможет. Как ты думаешь? Или поможет? Не, не поможет. Он не успеет меня перегнать, потому что я уже на первом месте. Вот так вот. Ну что, ребята, мели шахтера и 2000 монет будут в кармане у нас лежать. Вот что я тебе скажу. Идеальный старт. Ох, ё, вот это, конечно, они меня подкололи. Слушай, парень, иди отсюда, а? Ха-ха-ха. Тут я его, конечно, обдурил. Давай ты заезжай, не падай вниз. Тут одна гонка, что ли, я понимаю? Да, по ходу дела, здесь одна гонка, друзья мои, потому что трасса слишком длинная. Значит, нам нельзя свылиться. Все. Топчик. Но 2000 монет. Наши? Да ладно, не доехал. Прикинь, я не доехал. Приступать к развлечениям. Да, приближающийся и ужас. Кстати, здесь мы с тобой еще не были на этих трассах. Надо посмотреть, что тут поменялось. Опять? Ого. Да как он так едет, а? Этот лихач, я не понимаю. Почему он на ней развалился? М? Он только напрямую нормально едет. Как только начинаются гонки, ой, гонки, как только начинаются эти всякие подъемы и прыжки, он сразу начинает фейлиться. Я удивлен, что здесь спорткар еще выделывается. Даже не спорткар, это формула у нас. Что-то я потерял, по-моему. Нормально получилось? Нормально. Все, ребят. Так, а дальше мы с тобой заезжаем в дом призраков. Нет, мы не заезжаем в дом призраков почему-то. Я думал, что мы будем внутри. А нет, заезжаем. Куда ты так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Вот это меня называется... Обманули. Меня обманули. Меня предали. Ну, второй, я по итогу первым. Ну что, 3000 кубков впереди, как ты видишь. И мы обязательно сейчас за ними пойдем. Это называется Кубок Федерации Мосты. Ну что? Кубок Федерации Мосты. Это тебе не хухры-мухры. Ох, ничего себе. А мне нравится, нормально так. Слушай, шикарно. Трасочка прям как для меня созданная, да? Для нашей тачки. А что, тут одна гонка, что ли, опять? Нет, не одна. Тут их три. Но Кубок Федерации вполне даже приемлемый кубок. Ну куда ты, хлыщ, едешь? Ну вот куда ты, Егорушка? Ну, Егорушка, ну, иди отдохни маленько. Иди поспи. Видишь, папа тут катается.
Вот так вот. Просто все перелетаем, это к чертовой бабушке. И первое место. Так, вторая гонка подошла к концу. Ну что, давай последнюю теперь откатаем. По-нормальному все было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот это было сейчас печально. Ну, кактусы еще тут мешаются, блин. Не вовремя их тут поставили. Трэш какой-то, вот эта трасса, да. Напрягает немножко. Но все равно первый. Все, ребята, 9 очков. Сколько там еще гонок? Наверное, штуки 3. Опять шахты? Еще шахты, рок-н-ролл. Прям так и названо. Давай по рок-н-роллим. Я, кажется, понял, это вниз? Нет, это не вниз. Я ненавижу вот это вот. Есть! Морис первый. Ну, как ты хотел. Заедем? Фига, ты видел, как на заднем колесе там? Поддаю газку. Опа. Вот тебе и весь рок-н-ролл. Все как нужно, все пучком. Погнали, идеальный старт. Нам бы еще... Помимо идеального старта, идеальное бы приземление делать. Ой. Да что ты, вот он впендрючился, все, ребята. И вот из-за этого он теряет. А вот тут уже, наверное. Не? Да. Едьте, едьте, вам все равно первого места не видать. Я имею в виду в линейке. Я ненавижу воду. Верно подмечено, что я ненавижу воду. Это действительно, ребята, так. Тем более сейчас здесь под водой будет новая трасса. 100% тебе говорю. И уже то, что мы с тобой до этого ездили, все поменяется. Вот тебе и итог. Я потерял пузырь, друзья. Но я его обратно приобрел. Значит, живем. А раз живем, значит, едем. А раз едем, значит... Есть возможность получить первое место. Конечно же. Виктори. Так, ну что, давай попробуем не обделаться на второй гонке. И все будет у нас топчик. Ох, ничего себе. Чуть не подкололи меня. А вот тут подкололи. Перевернулся, что ли? Нет? Нет, слава богу. Фью. Тут лучше, наверное, все-таки не гонять слишком на большой скорости, потому что слишком много таких трамплинчиков, именно мелких трамплинов, где ты можешь свернуть себе шею. Ну тут, видишь, тут как ни крути, ребята, они все равно эти трамплины выставляют. Видишь, что они выделывают? Опа, прям перед трубой, нормально? Прям перед трубой приземлился, это вообще круто. И здесь нам повезло. Вот так вот. Замечательно, друзья. Ну что, еще, наверное, гонки две нам придется все-таки сделать для того, чтобы забрать 3000 кубков. Что, трасса-то такая, посмотри. Как она называется? Я уже что-то забыл название этой трассы. Давай-давай, рычаг, гони, гони, родной. Так, сюда. Очень много теряем скорости именно на вот этих всяких маленьких трамплинчиках. Очень много теряем скорости.
Первый. Первый-первый, я второй. Первый-первый, я второй. Нет, я первый. Давай-давай, там как раз бугорочек. Вот тебе и бугорочек. Вот тебе и бугорочек. Ну, конечно, ребята, они что-то уж... Перебор, по-моему, мне так кажется. Резкий, главное, спуск. И потом резкий подъем. Ну, как ты тут сделаешь? Еще не подкалывают как. Я прям в шоке. И трасса такая еще долгая какая-то. Ну давай еще перевернись мне перед финишем. Этого, блин, только не хватало, чтобы еще перевернуться прям на финише. Благо здесь перепрыгиваем. Набираем скорость. Так, а вот тут плохо. Все, ребят, обделался. Причем не только я. Все. Все упухнулись именно на том прыжке. Поэтому не обидно. А то я уже подумал, что я один только нуб такой. Но нет. Опять же первое место, друзья. Ну и, видимо, последняя у нас гонка. Это Нагорный кубок. У обрыва называется. Пойдем посмотрим, что там у обрыва. О-о-о. А я, ребят, не потянул, к сожалению. А раз я не потянул, значит я все. Значит я буду последним, наверное. Видишь, как тягач едет. А Джули там какой-то вообще фиг знает уже где. Он тут еще запчасти простерял. Ладно, я готов на второе место. Давай смотреть, что здесь у нас. Понял. А где Джули-то? Джули, ау. Нету Джули. Эх, Джули, Джули. Ну что, друзья мои, 30 кристаллов мы получили. Соответственно, 3000 кубков. И следующая награда будет маска. А вот эта маска у нас есть, я тебе, кстати, хочу сказать. Да-да, она есть у нас. Так, я поздоровался, забыл. Вот что я забыл сделать. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня этого будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!